Индийский чай гарам масала с молоком – простой пошаговый рецепт приготовления. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Поставить кастрюлю с водой, 2 чашки, на средний огонь. Натереть небольшой кусочек имбиря. Покрошить кардамон. Когда в воде появятся пузырьки, добавить кардамон и тертый имбирь. Вкусняшки, подписавшимся. Через несколько минут добавить ред лабел. Помешать и довести до кипения. Залить нежирное 2% ая и молоко. Кипятить в течение 3-5 минут. Выключить огонь. Процедить чай через сито. Добавить сахар по вкусу. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Вот что нам понадобится. Кусочек имбиря, 1 штука. Семена кардамона, 3 штуки. Чай ред лабел, 3-4 чайных ложек. Сахар, 1 столовая ложка, по вкусу. Количество порций, 2. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем добра, заходите еще.